Во знаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построить. В начале часа боевого дивизии полковник Сергунов. Здравствуйте, товарищи! Дня Победы продолжается. Сейчас мы находимся на площади Ленина, где несколько минут назад начался парад, в котором участвуют воинские части Щелковского гарнизона. Здесь собрались сотни людей и, конечно, главные почетные гости, люди, без которых бы не было этого праздника – ветераны. Победа в Великой Отечественной войне – это одна из войн, страшная война. Но мы, как говорится, набрали духом, собрались и победили. Был момент, что за 3 часа боев в одном направлении на Курск мы уничтожили 30 фашистских танков. После этого у них отпал аппетит на нас прорывать фронт и начал пятиться, откуда пришел, куда и пошел. Поздравляю с Днем Победы ветеранов! Спасибо ветеранам, то, что они нам подарили мирное небо над головой, и поздравляю их с 9 мая. Годы ужасной войны давно в прошлом, но подвиг великого народа навсегда в сердцах. Парад в День Победы – одно из самых торжественных мероприятий. И вновь, красиво держа строй, в центре города маршируют воинские части Щелковского гарнизона, кадеты, юнармейцы. Далее к ним присоединяется колонна ретро-автомобилей с ветеранами и другие участники масштабного шествия, которое проходит в торжественной обстановке под звуки оркестра. Прекрасный, самый главный праздник нашей страны – День Великой Победы, когда мы вспоминаем всех тех, кто не пришел, кто не вернулся с поля сражений, но при этом и отдаем дань уважения всем тем, кто эту победу сделал. Сегодня здесь очень много ветеранов, рады их видеть, благотворим, чествуем, помним и гордимся. Вы знаете, сегодня праздник, он не имеет политической окраски, он одинаков для всех конфессий. Для всех национальностей это великий праздник Победы нашего советского российского народа. Поэтому всех с праздником. Здоровья, мира и благополучия. Память о героях, не возвратившихся с поля боя, жива. Пройдя по улицам города, участники шествия и сотни щелковцев, люди разных возрастов и профессий собрались у аллеи памяти, чтобы здесь у вечного огня возложить цветы. Я от всего сердца, от всей души поздравляю вас с праздником Победы. Прошло 74 года со времени окончания войны, но мы, участники той страшной войны, никогда не забудем того горя и страдания миллионов советских людей, прошедших через горнило самой страшной войны. И сегодня мы помним их подвиг, подвиг тех, кто сражался на фронтах войны, кто в тылу ковал нашу победу, сражался в партизанских отрядах и подполье. Спасибо вам, наши ветераны, за то, что вы сделали для нас 74 года назад. Спасибо вам за вашу смелость, счастья вам, здоровья. Анна Балиет, Сергей Василевский, Сергей Максимов, Андрей Белкин, телерадиокомпания «Щелково».